дорогие друзья, мы приехали на Октябрьский. Скажите, как обстановочка тут? Беспилотники летают, поэтому не стали собирать. Вот, ну, кто может, сейчас придут. Сильно летают беспилотники. Да. Поэтому нужно быстренько. Здравствуйте. Сегодня самый разительный день в году, мне кажется, по погоде. Ну да, погода, конечно, ужасная. А сегодня вроде как потише, да? Стрельба или все равно? Нет, было, не знаю, тише. Не, ну сейчас вот на данный момент потише, вот начинается. Это начинается. И потом поехала. Мы все время здесь, поэтому мы знаем уже. Ну просто мы знаем, когда наши, когда не наши. Ну, сильно страшно, что беспилотники начали сильно летать. Друзья, огромное вам спасибо, что вы вот жертвуете свои средства, все мы выгрузили. Сейчас поодиночке люди будут приходить, чтобы было безопасно, и будут раздавать. Потому что активность вражеских беспилотных летательных аппаратов очень высока. Сейчас почему-то очень сильно они стали вот район железнодорожного вокзала, за ним Октябрьский, Северный. А я тебе скажу почему. У нас тут нарисовалась проблема. Мне люди массово жалуются. Невозможно найти водителей, куча районов осталась вообще без транспортного сообщения. Из-за того, что постоянно сбросы и ФПВ-дроны пожгли уже кучу автобусов, да. Люди просто боятся, и их можно понять, потому что на верную смерть мало желающих идти. Вот цена дронов, ФПВ и отсутствие борьбы с этими всеми беспилотниками. Поэтому надо быть очень аккуратными, потому что летают просто стаями. Спасибо, ребята. Будь добру.